Здарова, ребят, с вами Локи, мы сегодня рубаем Warface, и это у нас режим выживания из сезона охоты. Попробуем кого-нибудь поймать и наказать. Ну, а может быть и нас накажут, кто знает. Где-то вот здесь вот есть... Ждем, ждем, ждем. Кто-то придет за жетончиком. А может и не придет. Довольно интересная карта. Воу. Эх, подстрелил нас снайпер. Здесь очень часто решают снайперы. Я пару раз играл. И действительно, действительно, очень часто снайперка здесь помогает. Ну, от прямых рук тоже никто не отказывается. Отлично. Положили одного паренька. Карта представляет из себя выживание, где каждый играет сам за себя, но что-то в стиле мясорубки. Ну, блин, вот честно сказать... Этот режим меня сильно зацепил. Он реально прикольный. Мой никнейм сейчас на экране. Так что, кто захочет, пожалуйста, добавляйте друзья. Я играю на сервере Браво. Ждем, ждем. Кто-то топает. Отдыхай, друг. Хм. По крыше ходит. Он, походу, еще и не один. Так, тихонько. Забрали жетончик. Кого-то лопатой там нагнули. Воу. Люблю я так подкарауливать. Шаги-то слышно.
Но при этом частенько я и сам попадаюсь вот именно на таких вот штуках. Куда ж он делся-то, а? Отлично. Попался. Эх, убил, я не успел жетон забрать. Парню сразу два жетончика досталось. Ладно. Он нас где-то здесь у забора принял, да? Ох ты ж, спрятался, смотрите, в уголке. Понятно, понятно, где он. Так, пойдем опять туда. Это база такая, самая частая, где там заседают люди. Воу-воу-воу-воу. И вот здесь нас поймал снайпер. Жуткий замес. Здесь еще вертушка периодически пролетает, засвечивает людей. Отлично. Здесь еще здорово ставят растяжки. Очень часто люди на этом попадаются. Именно в тех местах, где кто-то может пробегать. Как они спрятались здесь, а? Один, второй. Я тоже могу здесь посидеть. Мне не составит труда. Кстати говоря, с записи почему-то игра идет лучше. Без записи FPS чаще скачет и происходят частые подлаги. Так, хорошо, со спины идет. Ну давайте, давайте, ребятки.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Соединение. Ну, нормально. По убийствам не очень много. Но именно мне нравится. Так, отлично. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, как долго он перезаряжает этот пистолет. Надо было хватать нож и просто сандалить его. Долго-долго получилось. Выходим мы на третье место. Часто здесь снайперы попадаются именно вот на том, что они не могут стрелять, но здесь, конечно, я рано спалился. Немножко жутко. Эх, убили нас, но мы собрали жетончик, мы успели. Сейчас попробуем сделать подрыв гранатой. Есть, гранатка нам помогла. И снова мы собираем жетон, и нам прилетает от снайпера. Ну вот они частенько так лежат где-то. Это перекати поле, я подумал. Чувак пробегает. Ладненько, давай. Где же вы, где? Эх, прям в голову нам попал. Успел я увидеть его, но, к сожалению, не успел убить. Мы на четвертом месте. Ну, неплохо пока. Не успел я собрать два жетона, мы закончили, к сожалению, на пятом месте. Но я надеюсь, ребят, вам понравилось, еще увидимся. Огромное спасибо за просмотр, побольше лайков и комментариев. Всем удачи, всем пока.